Доброго времени! Сегодня расскажем вам о духах-хранителях. Оказывается, дух-хранитель живет в артефакте, подселенном мастером. И каждый дух-хранитель имеет свой характер, свое мировоззрение и свои предпочтения. Это один из лучших магических помощников, который может быть у человека. С духом-хранителем вам не страшны любые опасные ситуации, если вы дали ему задание защищать и оберегать вас. Если вам нужно притянуть любовь, он непременно отыщет ее. Если вам нужно притянуть клиентов, повысить свой заработок, он будет делать все возможное, чтобы исполнить ваше желание. Многое, что не подвластно обычному человеку, духи-хранители могут видеть и исполнить. Конечно, это не означает, что больше в жизни вам не нужно ничего делать. Дух-хранитель будет притягивать к вам определенные ситуации, и вам останется сделать правильный выбор и действовать. Дороги с таким духом-хранителем вам будут открыты. Духа-хранителя нужно обязательно баловать, подкармливать, чтобы он набирал свою мощь. А приобрести такого помощника вы сможете в магазине магии «Кудеса чудеса» по адресу Москва, Сервантеса 3, корпус 3. До новых встреч!